ближе сделаю. Это пи***. В рот мне... Все, у меня сердце встает, я пошел бухать, нахуй. Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Тихо, тихо, тихо. И потом, что надо, да, надо ехать. Нет, это еще какой-то трэш. Мам, да домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик. Пять раз уже хлопнуло и горит в разных сторонах. О, охуеть. Что-то типа того же хлопает. Это просто трэш, блядь. Сейчас перед Крымским мостом на выезд уже из Крыма скопилась огромная колоссальная пробка, очень медленное движение, стоим уже полчаса, еще пока в Керчи даже, еще к мосту близко не подъехали, а пробка уже стоит, все.